Всем привет, ребят. Ну что, как я обещал, сегодня у нас будет прокачка немножко другой командоры. Она у меня собрана здесь на урон. Сейчас мы попробуем его собрать на дефный вариант. Потестировать уже против других героев. Дефные сборочки, что она сможет, как она будет выживать. Так, сейчас мы кому-то определим разбросик. Кто у нас тут на разбросик? Давай вот так вот. Прокачаем ее со священным огнем. Тестим уже, сейчас думаю, каменку еще скрафтим. Либо можно с каменкой поставить священный огонь. Сейчас я посмотрю, что у меня по рунам делается, по эмблемам точнее. Так, эмблемки этих есть, ну и каменок вроде тоже должно быть. А что там, а каменки есть тоже. В принципе, священный огонь. А лучше все-таки священный огонь поставить. Так, каменку скрафтим. Давайте сразу улучшим. Попробуем именно такой вариант. Так, где там семерки? Есть восьмерка, есть. Придоролим. Чары. Саморазрушение, смертельный удар, все как обычно на русском сервере, самоуничтожение, разброс. Так, хорошо, поехали, открываем. Так, священный огонь использовать. Есть, руны не ставим. Каменку, хотя каменка, конечно, не особо топовый вариант. Рунами, ну, потестим пока с каменкой. 60% понижения урона, и тут сейчас у нас будет так. Не, этого делать пока не будем, не будем тащить ей. Так, что у нас получилось? 90 и 60, если будет на максималке, но нам оно не надо. Так, сейчас я посмотрю, что там у меня камней 16. Тунцем поставим не ангела для максимального еще дефа. Тут у нас тоже, в принципе, плюс 15% режет, смысла, думаю, менять никакого нет. Так, по созвездиям у нас уклонение, криты, это все меняем на крит сопротивления, убираем с нее крит. Просто протестим дефный вариант. Крит сопротивления. Возможно, жизнь, если будет. Сначала крит сопротивления надо наловить. В принципе, оно у нас на сервере падает лучше всего. Точность не нужна. Отлично. Уклонение тоже в такой сборке не особо, тогда ее скилл не будет работать, хотя она будет дольше выживать. Так.
Ну давайте крит сопротивление уже. Только не третье. Жизнь, не хочу крит сопротивление. Так, есть. И последних два. Крит урон нам не нужен. Опять крит урон. Точность атака. Нифига. Вот, отлично. Вот даже такая сборка, не буду я заморачиваться над 3000 жизни. Так, что мы имеем? Мы имеем кучу дефа всевозможного, жизни 500к у нас, атаки у нас 18,5, дефа у нас до хренища. Давайте посмотрим, у нас остатом крит урон 975, крит сопротивление 797, неплохо, почти 800. Яичко. Let's go. Поехали, начнем с рейда. Посмотрим, что у нас может. У нас сейчас в рейде стрелок есть. Let's go. Ну, что я могу вам сказать? Это, конечно, смешно. Вот, наконец-то по ней ударили. А, блин, я еще и рогатку выпустил. Думаю, что за фигня? По ком они там бьют? Ладно, сейчас еще разок. Давайте даже так. Выбираем всех лишних с таблеток. Нафиг с пляжа. Оставим чисто ее и... Она к зеленому относится вообще. Все. Так, Фрейя, стрелок есть, поехали. Смотрим. А миссает, кстати, смотрите, вообще по зданию, по всему. А вот Фрейя... Фрейя, походу, сосет лапу сейчас. 68% мы снесли уже, офигеть. Да, урона у нас нет, но здание, посмотрите, что здание... Урона, конечно, она много не наносит, но если вы смотрели предыдущие обзоры с порочным пактом, она там улетает за два раза. А тут она, конечно, продержалась молодцом. Смотрим еще разок. Пофиг на урон, смотрим именно на входящий урон. 22 тысячи. Ну вот от стрелка прилетело. Но 63% базы просто нафиг разнесла. Отлично. Поехали. Давайте сейчас по топам пройдемся. Посмотрим, кто там, на кого можно напасть. Так, Фрейя, Анубис. Отлично. Отсюда начнем. Снесли, ушатали. Причем очень быстро. Давайте еще ищем. Такое чувство, как с пактом. Ну, он еще даст напасть, но не дали. Давайте следующего. Вот Фрэнк ее начал долбить.
Все равно, блин, 33%. Неплохо. Я считаю, это очень даже неплохо. Давайте сейчас главное, чтобы он восстановился. Попробуем Ронина поставим. Ронин. Так. Ради интереса. Какой вариант посмотрим, что они вдвоем смогут сделать. Плюс еще возьмем дерево. Надеюсь, он останется живой. Дерево. Вот вариант. Чисто ради битвы гильдий. Прокачать, думаю, будет интересно. Ладно, подождем, у него хорошая, интересная раста. Так, с нее начнем. Потом Ронина будем добивать. Но видите, здание не добивает полностью. На битве гильдии, думаю, будет тоже попроблемней. Тут Фрэнки нас отлично своим этим станет. Так, отлично, 35%. Огонь. Начнем отсюда. Как хорошо от Фрэнки. С выживанием нули прилетают. Супер. 70%. В принципе, если взять еще с Цепелином кого-то одного. Вот и все, ребят. Ронин плюс она, в принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Еще можно героя взять с Цепом, ту же самую Фрею, которая долго простоит и нефиг пить. Пройти. Не знаю, мне в этом плане она сейчас нравится. Давайте еще потестим на ком-то. Фрейя есть. Против Фрейи, конечно, сложновато сейчас будет. Но попробуем. Фрейя должна быстрее ушатать. Да, Фрейя быстрее убивает. И плюс с хроном. Не вариант. Еще разок. Идем дальше на другие локации. Видите, тут смотритель активирует Фрей очень быстро. Вариантов нет. А там, в принципе, налегке. Так. Окей, поехали. На аренке посмотрим. Опять же, тут нету у меня. Опа. Так. Let's go. Да, тут смотритель, конечно, помог нам. И вот, кстати, против Хрона нормально держалась тоже. Единственное, что надолго бить будет. Ладно, подождем. Может, дальше будет какой-то топ лучше. Давайте посмотрим. Нет, тут слабенькие. Туда, наверное, их опять же унесет очень быстро.
Так, ладно. Поехали на забытую. Еще здесь по тестингу еще сбегаем на подземочку. Там тоже интересно посмотреть будет. Такс. Demand Pro. Вообще просто даже там ничего и не сделали. Прокачки немножко не те у героев. Так, тут понятно все. Так, смотрим дальше. Гемен не прокачанный. Может, тут повезет. О, нормально, более-менее нормально. Они и урона не наносят. Она, конечно, тоже не особо там уроном плещет, но я вам скажу, что... До свидания. Может, и такая сборка будет топовая. Ну-ка попробуем тут. Без вариантов. Ара заблочил. Вот тут Ара сейчас будет блокировать. Не убьет она их уже, конечно, к сожалению. Вы видите, разброс на нее действует. Рина забирает энергию. Ну, тоже очень близко. Чуть-чуть нам не хватило. Кстати, против второй пачки неплохо было бы потестить ее. Давайте выйдем. Сделаем вот так. Не знаю, как по мне, это очень изи. Кто там у нас остался? Анубис. По-моему, Анубис даже не справляется. Так неплохо. Так, хорошо. Поехали еще на подземочке сбегаем. Так, так. Вот так. Сразу пойду на кошмарку. Конечно, тут урона не будет. Можете сравнить. Я проходил кошмарки. 7-9. Интересно посмотреть. Тут не будет столько урона, как... Как я показывал раньше, ну, по идее, должна нормально тащить. Угу. Немножко простояла, теперь сейчас попробуем. Да, этот вариант для подземок однозначно не покатит. Так. Урона нету столько, как там было с порочным пактом и грубой силой.
Да, видите, тут вообще вариантов особо нет. Идем еще на 7-1, посмотрим. Урон, конечно, она держит. Возможно, такая для PvP локации будет более интересна, как массовый дамагер. Поставить ей там рунами, например, порочный пакт, как вариант. 7-1, попробуем еще. Заметна разница урона, намного меньше. Не хватает урона. Так. Ну, идем еще в одной подземке. Ну, тут урона хватает. Но опять же, я смотрю, он не тут совсем далеко урон, который был раньше. Сейчас посмотрим, какие будут мессы выбивать. Урон держит. Причем урон держит конкретно. Табу уже давным-давно слилась, а это с фулл хп практически стоит. Ну, то есть варианта два. Либо тот на атакующий вариант, либо такой вот тоже, в принципе, неплохой. И для подземок вот так вот пройти, конечно, можно. Но кошмарки уже, так как я проходил, нереально пройти. Но тут она, конечно, всю карту сейчас раздаст. То есть такой вариант, я думаю, что для бездоната, если есть священный огонь, этот герой более актуален будет, чем ППшку ей ставить. Больше пользы будет. Ну, как видите, только его бьет, не бьет дальше уже этих юнитов. Ну, вот так вот. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу такой сборочки. Ну, не знаю, мне, честно говоря, нравится. Есть возможность хоть потрошевать где-то и не так быстро сливают. Конечно, это не поручный пад, который там просто мега-мега крутой, но... На битве гильдии такой вариант, я думаю, более будет приемлемым. Посмотрите, вот вторая эволюция, она их сливает. Да, у нее половину жизни там уже практически ушатали. 87%. Она все-таки 93-96. Так, нам осталось сколько? Одно здание. И все-таки не одно, три здания, но даже больше. Такой вариант, в принципе, довольно-таки неплохой. Вот так вот. Такая вот сборка. Не знаю, мне понравилось. Не знаю, как вам, напишите в комментах. Конечно, собрать ее тоже надо потратить ресурсов. Но смотрится неплохо. Все. Всем удачи, всем пока.